Ну, во-первых, трактор хочу поздравить с победой, с волевой победой. Вот, что касается нашей команды, конечно, вышли на прямых ногах, не готовы, конечно, пустили голы 0-3. Вот первый период, конечно, полностью провалили. Вот, во втором периоде более-менее такая игра сравнялась. 1-1. Очень много удалений. Может, где-то это повлияло тоже на исход. Кто-то играл, кто-то сидел, кто-то в игре. У кого-то голова не в игре была. Вот. И, ну, трактор Челябинск, она спокойный ков, зарекомендовала себя. То есть, довольно-таки дисциплинированная, организованная команда. Не пропускают больше одного-двух дома, так что мы не смогли преодолеть эту стену. Вот. Но, тем не менее, вот, конечно, будем просматривать, изучать и поправлять, и корректировать те моменты, где мы сегодня провалили игру. Спасибо. Спасибо, Алексей Викторович. В первую очередь, спасибо за поздравления. По игре, да, получился хороший первый период. Забили 3 гола. До этого у нас, он так говорит, не работало большинство сегодня. Этот компонент сработал, поэтому, наверное, отсюда и такой результат. Вот. Опять же, во втором периоде, да, были удаления. Ребята молодцы, с меньшинством справились. И, соответственно, уже в третьем периоде постарались строго сыграть в обороне, что, в принципе, и сделали. Ребят, с победой. Вот. Также болельщиков хочу поздравить с победой. Спасибо им. Хорошо поддерживали команду. Вот. У меня все. Спасибо. Если есть вопросы, задаем микрофон. Алексей Викторович дебютировал сегодня в составе «Черный Бур». Егор Дугин, оцените, пожалуйста, дебют воспитанника челябинского хоккея. Ну, хорошо сыграл. В принципе, он, так говорит, зашел сразу в игру. Единственный момент, там, конечно, вроде как получил микротравму. Опять же, доиграл игру. Не знаю, насколько серьезная травма. Поедет ли он с нами в поездку. Но для нас это усиление. То есть у нас сейчас много травмированных, поэтому здесь, в этом плане, он боевая единица. Но опять же, то есть, повторюсь, сейчас поедет на МРТ, и там уже завтра будет видно, насколько травма серьезная.